Начальник ОМВД России по городу Десногорску, подполковник полиции Юрий Гришин, отчитался перед населением о работе полиции за прошлый год и 4 месяца текущего года. Он отметил, что благодаря принимаемым мерам в городе наблюдается снижение числа совершаемых преступлений. Меньше зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью, не допущено совершение убийств, разбойных нападений, изнасилований. А общая раскрываемость преступлений остается выше, чем в среднем по области. Одной из актуальных проблем является мошенничество. Юрий Гришин отметил, что полиция проводит профилактическую работу среди десногорцев. Заслушав отчет, генерал-майор полиции Василий Салютин отметил о необходимости повысить активность в борьбе с экономическими преступлениями и выявлению фактов незаконного оборота наркотиков. У жителей Десногорска были вопросы к работе ГИБДД. Граждане просили принять меры к дрифтерам, которые в ночное время гоняют на высокой скорости по улицам, создавая аварийные ситуации. Василий Салютин поручил госавтоинспекции усилить работу в этом направлении. Также десногорцы жаловались на соседей, курящих в подъездах. На все поступившие вопросы даны исчерпывающие ответы и подведен итог. Прежде всего, справедливо надо сказать, что обстановка в городе Десногорске и в истекшем 2017 году и за 4 месяца текущего года действительно достаточно стабильная, спокойная, и таких, скажем так, сильных проблем в целом для области город как муниципальное образование вообще-то не представляет. По окончании схода начальник регионального ОМВД провел личный прием граждан.